Дорогие друзья, выпускники, вот пришел день, когда мы говорим вам «до свидания». До свидания, но не прощай. Это, пожалуй, первый такой выпуск, когда мы не имеем возможности посмотреть на вас, пожать вам руки, пожелать вам в личном общении счастья, благополучия, хорошей карьеры, прекрасной семейной жизни. И должен сказать, что это нас, конечно, очень огорчает. Но что поделать, мы столкнулись с явлением, которого не было, как вы знаете, за всю историю, во всяком случае, нашу историю, даже нас, людей, представляющих старшее поколение МГИМовцев. И мы должны понимать, что вы – это особый выпуск, потому что, несмотря на то, что нам было трудно, и вам было трудно, вы справились с этим, вы прекрасно защитили свои дипломные работы. Вы сдали языки, сдали государственные экзамены. Вы продолжали общаться между собой. И мы продолжали общаться с вами, осваивая при этом совершенно новые инструменты и методы. Почти 2500 выпускников выходят из стен института, бакалавров, магистров. Мы надеемся, что очень многие выпускники, бакалавры вернутся в институт. Вместе с вами сегодня, с российскими гражданами, почти 400 иностранных граждан заканчивает институт из 43 стран мира. И это наше МГИМовское сообщество. Вы его пополните. Вы пополните нашу ассоциацию выпускников, которая очень активна и которая готовит вам соответствующие подарки к выпуску 2020 года. Думаю, что для всех, для нас, этот выпуск будет особо памятным. Ну, во-первых, потому что такого никогда не было, а во-вторых, потому что вы действительно герои. Героя студенческого труда. Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, счастья, благополучия, успехов. Тем, что вы летом и те, кто будет поступать в магистратуру, успешно это сделали. А те, кто будет иметь возможность отдохнуть, отдохнули. И мы уверены, что мы увидим вскоре вас вновь в институте. Я хочу сообщить вам о том, что нами принято решение, что в нынешнем году наш традиционный день университета будет посвящен выпуску 2020 года, и мы приглашаем всех вас принять участие в этом дне. Может быть, там мы наконец очно и встретимся, и поговорим друг с другом, пожмем друг другу руки. Счастья, благополучия, всего самого доброго!